Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу приготовить и поделиться с вами рецептом, который мне достался еще от моей прапрабабушки. Такой напиток помогает сохранить кости крепкими, печень и почки здоровыми. Кровь стала жидкой, про тромбы я забыла. Также высокое давление больше меня не беспокоит. Напиток из натуральных ингредиентов укрепляет иммунитет, делает его мощным и помогает организму сопротивляться с различными заболеваниями, делает здоровье более крепким. Готовится напиток очень легко и просто. Готовлю я напиток из натуральных ингредиентов. На баночку 250 мл я беру щепотку зиры. Пол чайной ложки паприки. Заливаю горячей водой. Тщательно размешиваю и настаиваю 15 минут. Через 15 минут, когда настой остынет, я добавляю пол чайной ложечки меда. Размешиваю до полного растворения меда и пью по полстаканчика один раз в день перед завтраком. Была рада поделиться с вами таким простым рецептом. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. До скорых встреч!